Почему дата 1 сентября 2006 года? Потому что до данного периода, если кто как бы сталкивался с этой проблемой, у граждан было предусмотренное законом право обратиться, раньше, помните, в районных администрациях, или сейчас называется это управы, были так называемые межведомственные комиссии, которые при условии соответствия дома там, требований пожарной безопасности, санитарных требований, вводили его в эксплуатацию своим актом. После сентября 2006 года были внесены изменения в федеральное законодательство, которые поставили запрет данным действиям. Именно цель регионального закона была позволить тем гражданам, которые в период до 1 сентября 2006 года не воспользовались по тем или иным основаниям на узаканивание своих построек, это сделать.